Ladies and gentlemen, please welcome Miss Intercontinental 2008 Кристина Камарго. Дамы и господа, ваши аплодисменты. Обладательница титула Miss Intercontinental 2008 Кристина Камарго из Колумбии. The 38th Miss Intercontinental Beauty Pageant begins now. Мы начинаем шоу. Вашему вниманию дефиле в национальных костюмах. Номер один – Афганистан. Номер два – Армения. Номер три – Австралия. Номер четыре – Австрия. Номер пять – Багамы. Номер шесть – Беларусь. Номер семь – Боливия. Номер восемь – Бразилия. Номер девять – Канада. Номер десять – Колумбия. Номер одиннадцать – Кюрасао. Номер двенадцать – Чехия. Номер тринадцать – Дания. Номер 14 – Сальвадор. Номер 15 – Эстония. Номер 16 – Эфиопия. Номер 17 – Финляндия. Номер 18 – Грузия. Номер 19 – Германия. Номер 20 – Гана. Номер 21 – Греция. Номер 22 – Гваделупа. Номер 23 – Гватемала. Номер 24 – Гондурас. Номер 25 – Венгрия. Номер 26 – Ирландия. Номер 27 – Корея. Номер 28 – Латвия. Номер 29 – Ливан. Номер 30 – Литва. Номер 31 – Македония. Номер 32 – Мальта. Номер 33 – Мартиника. Номер 34 – Черногория. Номер 35 – Нидерланды. Номер 36 – Нигерия. Номер 37 – Норвегия. Номер 38 – Пакистан. Номер 39 – Панама. Номер 40 – Перу. Номер 41 – Филиппины. Номер 42 – Польша. Номер 43 – Пуэрто-Рико. Номер 44 – Румыния. Номер 45 – Россия. Номер 46 – Сербия. Номер 47 – Сингапур. Номер 48 – Словакия. Номер 49 – Южноафриканская республика. Номер 50 – Свазиленд.
номер 51. Таиланд, номер 52. Турция, номер 53. Украина, номер 54. Соединенные Штаты Америки, номер 55. Венесуэла, номер 56. Зимбабве. Добрый вечер, дорогие друзья! Ladies and gentlemen, we are glad to welcome you at the most wonderful and thrilled event of the season. This year, the Republic of Belarus is hospitably hosting the 38th Miss Intercontinental Beauty Pageant. Для нас большая честь принимать здесь, в Минске, такое масштабное мероприятие, как Miss Intercontinental 2009. Ведь сегодняшнее шоу увидят зрители во всем мире. Этим вечером с вами обладательница титула «Супермодель мира 2006» обаятельная Екатерина Доманькова. И неподражаемые Дмитрий Колдун и Георгий Колдун. За титул «Мисс Интерконтиненталь 2009» будут бороться конкурсантки из 56 стран. И только одна из них получит уникальную бриллиантовую корону и 35 тысяч долларов. The winner of the competition tonight will be awarded with a real jewelry masterpiece, a special design crown named Oriental Holy Water that is adorned with 720 diamonds. And you know, dear friends, that diamonds are girls' best friends. Уважаемые зрители, ваши аплодисменты участницам конкурса Miss Intercontinental 2009. Ladies and gentlemen, welcome our charming ladies. Girls, thank you very much. Уважаемые друзья, определить, кто из девушек сегодня станет победительницей конкурса, задача сложная и поэтому очень ответственная. Доверить такую непростую задачу можно только самым настоящим профессионалам. Наше жюри. Ladies and gentlemen, please welcome our honorable judges of Miss Intercontinental 2009 Beauty Pageant. В составе жюри международного конкурса «Мисс Интерконтиненталь 2009». Григорий Кисель, руководитель телеканала ОНТ. Дитлов Терсис, директор представительства Всемирной организации красоты в Европе. Ольга Хиженкова, победительница конкурса «Мисс Беларусь 2008». Кристина Камарго, победительница конкурса «Мисс Интерконтиненталь 2008». Дебора Лира, обладательница титула «Топ-модель мира 2008». Александр Рыбак, певец, победитель конкурса песни «Евровидение 2009». Кит Тайнс, музыкант, экс-солист группы «The Platters». Доктор Яшар Саригул, писатель, эстетический хирург, представитель телевидения Германии. Рольф Райма, вице-президент сети гостиниц «Штайгенбергер» по Ближнему Востоку. Дима Билан, популярный российский певец, победитель конкурса песни «Евровидение 2008». Обычно конкурсы красоты проводятся в самых разных частях света. Поэтому нам особенно приятно, что в этом году шоу подобного масштаба проходит в Беларуси. Дорогие друзья, прямо сейчас мы предлагаем вам посмотреть, как телеканал ОНТ готовился к этому яркому событию. Внимание на экран! История Мисс Интерконтиненталь началась 38 лет назад с нидерландского острова Аруба. Тогда красавиц можно было пересчитать по пальцам. Сейчас девушки всего мира сражаются за право участия в престижном шоу, а страны мечтают о его проведении.
Беларуси доказывать свое преимущество не пришлось. После блестящего проекта ОНТ «Мисс Беларусь 2008» и прекрасного результата одной из его финалисток, Любови Яковиной, на конкурсе «Мисс Интерконтиненталь» в Польше, Всемирная организация красоты уже не могла отдать предпочтение никакой другой стране, кроме Беларуси. Ничего подобного по сложности и зрелищности в стране еще не было. Футбольный манеж. Все 5000 квадратных метров превратились в поле для творчества. Целая армия техников, осветителей и монтажеров. Тысячи часов беспрерывной работы. Груда материала. С нуля на пустой площадке была возведена трибуна на 4000 мест. Построены комфортные гримерки для конкурсанток. И главное, уникальная сцена, которая оставила позади многие мировые подиумы. Для монтажа площадки оборудование и грузы почти месяц безостановочно доставлялись со всей Беларуси и из-за рубежа. 700 квадратных метров светодиодных экранов. Некоторые из них даже под ногами красавиц. И 300 осветительных приборов. Телеканал ОНТ решил отойти от традиционного показа и подарить зрителям незабываемое действо. С лучшими артистами и специальными постановками. Главный приз – платиновая корона с бриллиантами. Кстати, это украшение самое дорогое в истории всех конкурсов красоты. И это не единственный рекорд. Максимальное количество стран пожелали принять участие в нашем проекте. Василисы прекрасные слетались в Минск со всех континентов, в том числе экзотика. Свазиленд, Кюрасао, Эль-Сальвадор. Следом за девушками в Беларусь направились многочисленные поклонники женской красоты. Конкурс «Мисс Интерконтиненталь» сделал прекрасную рекламу стране. Гости из Германии, Финляндии, Швеции, Америки, Кипра, Арабских Эмиратов. Только журналистов аккредитовано около 100. Среди них и представители крупнейших информагентств. Неповторимое трехчасовое шоу вместе с белорусами увидят миллионы телезрителей по всему миру. Девушки усердно готовились. Каждый их день был расписан по минутам. Репетиции, примерки нарядов, проработка образов. За каждой красавицей закреплены стилист и гример. Вот и сейчас, пока вы смотрите этот фильм, за кулисами идет подготовка к следующему выходу. На все про все 12 минут. Вот оно, искусство перевоплощения. Дамы и господа, встречайте на сцене группа Drum Ecstasy, ансамбль «Песниры» и танцевальный ансамбль «Хорошки».
гуляю в пути, а в полночь сплю у огня. Снится мне дом и знакомый мотив, что зовет и волнует меня. Но волшебной флейтой в зеленой листве соловей возвещает зарю. Я вновь отправляю в багровый рассвет старую лодку свою. Вольному воля, воля, ветер удачи пусть обжигает лицо. Вольному воля, воля, не жаль, что растрачен времени желтый песок. Вольному воля, воля, синяя птица манит крылом за собой. Вольному воля, воля, вольному снится небес молчаливый покой. Воля, вольному воля, воля, вольному воля. Thank you.
невольника моя, ты такой прихожу, не ем пыла. Я с горенцами у святых погулять, а нам лявоники свое не познать. Шаровички купил, лявоника душа ласковая, шаровичками поляскивала. Международный конкурс «Мисс Интерконтиненталь» уже многие годы считается одним из самых демократичных. Ведь для участия в нем совсем не обязательно быть профессиональной моделью. И все же каждая из девушек готова достойно представить на конкурсе свою страну. Прямо сейчас в этом убедятся все зрители, особенно мужчины. Dear friends, right now all of you, and especially gentlemen, have a chance to take a closer look at our girls. Are you ready? Please welcome our competitors on the stage. We'll be right back.
complicated. It always is. That's just the way it goes. Feels like I waited so long for this. I wonder if it shows. Друзья, не удивляйтесь, почему мы сейчас с Екатериной находимся на сцене вдвоем. Дмитрий появится буквально через несколько мгновений здесь, но уже не как ведущий шоу. Please welcome the finalists of the Eurovision Song Contest 2007, Дмитрий Колдун! It's time for you to start.
Спасибо! Something really hot, call it love or madness, but you'll get the best of what I've got. Work your magic, I never wanna lose this feeling. I am able and I'm willing, yes, I'm willing. Work your magic, you set my beating heart in motion. When you cast your loving potion, loving potion. Work your magic, feeling. I am able and I'm willing, yes, I'm willing. Work your magic, you set my beating heart in motion. When you cast your loving potion over me. Baby, you can put your spell on me, making it slow and steady. Maybe I can solve your mystery. Are you ready? We're standing closely skin to skin, playing a very old game. In this game of life you always win. Work your magic, I never wanna lose this feeling. I am able and I'm willing, yes, I'm willing. Work your magic, you set my beating heart in motion. When you cast your love motion over me. When you cast your loving potion over me. So you work your magic, baby, work your magic. Keep my heart forever bound. I never wanna lose this feeling. I am able and I'm willing. Yes, I'm willing. Work your magic. You set my beating heart in motion. When you cast your loving potion. Артисты, которые сейчас появятся на этой сцене, у нас в Беларуси любят не только за его талант, но и за то, что он наш земляк. Вот уже 19 лет, как он живет в Норвегии, хотя родился здесь, в Минске. Ladies and gentlemen, please welcome the winner of the Eurovision Song Contest 2009, Александр Рыбак! Sweetest way, I won't say that it's you making me feel this way. It's the heart and the soul and the body and the brain driving me insane. But the wind and the land and the fire and the rain always stay the same. I wanna roll with the wind and get distance to everything. Thank you.
it's all 'cause of you. I guess that I played a part. It's just that I never knew I'd fall for you from the start. There's a hole in my heart and a picture in a frame driving me insane. But the wind and the land and the fire and the rain always stay the same. Спасибо вам большое. Я очень рад наконец-то опять быть здесь, в Белоруссии. Большое вам спасибо, что вы меня пригласили на этот очень-очень-очень интересный конкурс. Так что, дорогие земляки, так, может быть, лучше по-английски. Ladies and gentlemen, it's an honor for me to be a small part of this whole big show. It's a very, very interesting competition. And really, indeed, everybody here tonight is a winner, especially the one who wins. And I want to sing one song for the contestants and for you. It's one of the most beautiful songs I know. I wrote it myself, actually. So here it is. Fairy tale. Let's start the tape. Thank you.
She's a fairy tale. Ваши аплодисменты, Александр Рыбак! Знаете, мне кажется, каждая девушка в глубине души мечтает хоть раз в жизни выйти на такой подиум, чтобы почувствовать себя сказочной принцессой. И участниц нашего сегодняшнего шоу сейчас эта мечта сбудется. Вашему вниманию, дорогие друзья, дефиле в вечерних платьях. Ladies and gentlemen, one of the most exciting and glamorous parts of our pageant. Please welcome our ladies in the evening gown voting round. Номер один. Афганистан. Номер два. Армения. Номер три. Австралия. Номер четыре. Австрия. Номер пять. Багамы. Номер шесть. Беларусь. Номер семь. Боливия. Номер восемь. Бразилия. Номер девять. Канада. Номер десять. Колумбия. Номер одиннадцать. Кюрасао. Номер двенадцать. Чехия.
Номер 13. Дания. Номер 14. Сальвадор. Номер 15. Эстония. Номер 16. Эфиопия. Номер 17. Финляндия. Номер 18. Грузия. Номер 19. Германия. Номер 20. Гана. Номер 21. Греция. Номер 22. Гваделупа. Номер 23. Гватемала. Номер 24. Гондурас. Номер 25. Венгрия. Номер 26. Ирландия. Номер 27. Корея. Номер 28. Латвия. Номер 29. Ливан. Номер 30. Литва. Номер 31. Македония. Номер 32. Мальта. Номер 33. Мартиника. Номер 34. Черногория. Thank you.
номер 35. Нидерланды. Номер 36. Нигерия. Номер 37. Норвегия. Номер 38. Пакистан. Номер 39. Панама. Номер 40. Перу. Номер 41. Филиппины. Номер 42. Польша. Номер 43. Пуэрто-Рико. Номер 45. Россия. Номер 44. Румыния. Номер 47. Сингапур. Номер 46. Сербия. Номер 49. Южноафриканская Республика. Номер 48. Словакия. Номер 50. Свазиленд. Номер 51. Таиланд. Номер 52. Турция. Номер 53. Украина. Номер 54. Соединенные Штаты Америки. Номер 55. Венесуэла. Номер 56. Зимбабве. Что ж, уважаемые друзья, совсем немного времени остается до того момента, как мы узнаем
имена 15 полуфиналисток конкурса. Но прежде должна разрешиться еще одна интрига сегодняшнего дня. Кому из конкурсанток будут присвоены 4 специальных титула? A part of the Miss Intercontinental title tonight, we're giving 4 special awards to our participants. And the name of the winners are in this envelope. Итак, мы открываем конверт. И победительницей в номинации «Лучший национальный костюм» The title «Best National Costume» is going to... Перу! Перу! Мы продолжаем церемонию награждения и прямо сейчас узнаем, кто из участниц станет победительницей в номинации «Лучшая фигура». And the title «Best Body» is going to... Панама! Панама! Очередная специальная награда «Мисс Конгениальность» и победительница в этой номинации «Мисс Конгениальность» is a title chosen among the girls themselves. And the Мисс Конгениальность is... Беларусь! Беларусь! Напомним, что победительницу в этой номинации выбирали сами конкурсантки. Наконец, четвертая специальная номинация. Имя победительницы в номинации «Мисс Фотогеничность» определяли международные фотографы, которые путешествовали с нашими красавицами по Беларуси. И титул «Мисс Фотогеничность» достается... The title Miss Photogenic is the one chosen by international photographers who traveled all over Belarus with the girls. And the Miss Photogenic is... Martinique. Martinique. Дорогие друзья, ваши аплодисменты обладательницам специальных титулов. We congratulate our special titles holders. Уважаемые друзья, в ближайшие минуты мы узнаем имена 15 участниц, которые выйдут в полуфинал конкурса Miss Intercontinental 2009. Результаты голосования жюри вот в этом конверте. Right now we will know the names of 15 semi-finalists of Miss Intercontinental 2009 Beauty Pageant. Итак, в полуфинал выходят... And the semi-finalists are... Польша. Poland. Puerto Rico. Puerto Rico. Перу. Перу. Curaçao. Curaçao. Ethiopia. Ethiopia. Belarus. Belarus. Korea. Korea. Martinica. Martini. Bahamas. Bahamas.
Канада. Канада. Свазиленд. Свазиленд. Грузия. Джорджия. Соединенные Штаты Америки. United States of America. Гондурас. Гондурас. И последняя из полуфиналисток. Друзья, Венесуэла. Венесуэла. Бурные аплодисменты полуфиналисткам конкурса «Мисс Интерконтиненталь 2009». Ladies, thank you. Thank you very much. Мы провожаем участниц аплодисментами, уважаемые друзья. Участницы конкурса «Мисс Интерконтиненталь 2009» приехали в Минск 2 недели назад. И телеканал ОНТ организовал для них путешествие по всей стране. Девушки уже успели оценить красоту наших белорусских просторов. The participants of the contest have already appreciated the beauty of our country. I'm sure you would also do that. Please look at the screen. Большинство участниц «Мисс Интерконтиненталь» не только Беларусь никогда в глаза не видели, но и представления о стране никакого не имели. В аэропорту заокеанские красавицы спрашивали, нет ли за окном снега, в гостинице удивлялись скоростному интернету, а в ресторане обилию блюд, полагая, что кормить их будут исключительно картошкой. Телеканал ОНТ решил развеять мифы и показать иностранкам настоящую Беларусь. С ее историей, традициями и современной культурой. Чтобы сами участницы и сегодняшнее шоу, которое сейчас смотрят в 30 странах, доказали, что в Беларусь надо ехать и здесь есть что посмотреть. За неделю красавицы вдоль и поперек исколесили всю страну. Прикоснулись к древности. Калужская церковь 12 века – единственный уцелевший памятник гродненской архитектуры. Побывали в резиденции последнего короля Речи Посполитой Станислава Августа Понятовского и на балу во дворце Паскевичей. Поклонились мощам святых в женском Свято-Никольском монастыре и поставили свечи за погибших в Великой Отечественной войне белорусов. Красавицам показали настоящую белорусскую усадьбу. С романтическим ужином при луне. Беловежского зубра в шестивековой пуще. И живого Деда Мороза. Встречали участниц «Мисс Интерконтиненталь» пушечными залпами. Провожали фейерверками. Для них танцевали цыгане. За них сражались рыцари. А современные мужчины носили их на руках. Конкурсанткам интересно было все. От карьерных самосвалов БелАЗ до соляных шахт Солигорска. По правде говоря, они долго сомневались, стоит ли спускаться. Но узнав, что месторождению 300 миллионов лет, отважились.
Куда бы ни приезжали девушки, местные жители встречали их подарками и бурными овациями. Позже конкурсантки признавались: гостеприимству белорусов предела нет. I love Belarus. Yeah, you blew Belarus. В Дудутках они попробовали не только свежеиспеченный хлеб, вкусно, но и белорусский самогон. Oh my gosh. It's too strong. За неделю каникул красавицы-участницы проекта ОНТ набрались впечатлений не на один год вперед и загадали миллион желаний, одно из которых – вернуться сюда снова в качестве туристов. А еще им не терпится рассказать о Беларуси своим близким и друзьям. Дорогие друзья, встречайте наши гости из Румынии, группа «Моранди». Beautiful sun rising your
We're very happy to be here tonight, because we've came to save you. Come Beautiful on. Girls on the catwalk. Ladies and gentlemen, save me. You're here with us tonight. Minsk, can you hear me? Are you ready for some angels? Hey, come on! We came,
We came here to bring you the peace. So, sing with us. Come on. Are you ready? Аплодисменты и группа Моранди. Дорогие друзья, сейчас на сцену выйдет артист, чьи выступления всегда становятся настоящим подарком для зрителей. Несколько лет назад его хит «Mamba Number 5» заставил танцевать весь мир. Ladies and gentlemen, please welcome Lou Bega. All right. All right, ladies, show what you got. Get your ass into it. Show them how you do it. Oh.
four, five. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bag you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fine, it's all good. Let me jump in, please sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Wow! Mambo number five. Jump up and down and move it all around. Shake your hand to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Oh yeah, that's how it goes on. Trumpet. Mambo number five. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit. Your man. I do all too. Fall in love with a girl like you. You can't run, you can't hide. You and me gonna touch the sky. Alright, that's how we do it, ladies and gentlemen. I hope you enjoy yourselves. Pick the beautiful, no one else. Oh yeah. Mambo number five. Oh, yeah. Спасибо. Когда goes like this. Sometimes we guys in front of so many beautiful ladies feel like this. I explain it to you. I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Pay for every dance, selling each romance. Oh, no, no, what they're saying. There will come a day when youth will pass away. Doobie-doo, wop, what will they say about me? When the end comes, I know I was just a gigolo. Life goes on without you, cause I got nobody. There's nobody, nobody cares for me. I'm just a gigolo. Come on. And everywhere I go, people know the part I'm playing. Yeah, everybody. Pay for every dance, selling each romance. Oh, what they're saying. There will come a day when youth will pass away. Doobie-doo-bop. What will they say about me? I don't know. When the end comes, I know there was just a gigolo. Just a gigolo.
life goes on without me. A gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Pay for every dance, selling each romance. Each romance. Oh, what they're saying. There will come a day, when youth will pass away. Doobie-doo-bop. What will they say about me? When the end comes, I know there was just a gigolo. Life goes on without me. What you saying? Take a chance with me, 'cause I ain't so bad. Come on, girl, show them what you got. There will come a day when youth will pass away. Doobie doo bop. What will they say about me? When the end comes, I know there was just a gigolo. Life goes on without me. What? Life goes on without me. With me, 'cause I ain't so bad. I ain't so bad. I got a girl in Paris, I got a girl in Rome. Come on, ladies and gentlemen. Come on, put your hands up. I want everybody, put your hands up. Put your hands up like this, like this, like that. Six, seven, eight, nine, ten. The bigger on a trip, what you all come in with a little bit of this and a little bit of that. You can get what you can see what you get. And I bet that you are a little bit excited. If you need an autograph, honey, I can write it. I got girls worldwide on the planet. Some call Whitney, some call Jenny. I got a girl in Paris, I got a girl in Rome. I even got a girl in the Vatican Dome. I got a girl right here, I got a girl right there. And now I got a girlfriend everywhere. I got a girl on the moon, I got a girl on Mars. I even got a girl that likes to dance with the stars. I got a girl right here, and one right there. And now I got a girlfriend everywhere. One, put your hands up. Come on, ladies, put your hands up. Ooh, yeah. From Miami Beach to Beluga Bay, from the Milky Way to East LA, from Saint-Tropez to my home cafe, that's my way, and I do it like day by day in Africa, America, Europe and Australia, Asia, Canada, I take them all to Maria, India, Arabia, to the coast of Germany, all around the planet, you can be my fantasy. I got a girl in Paris, I got a girl in Rome, I even got a girl in the Vatican Dome, I got a girl right here, I got a girl right there.
put your hands up. This is my story. So put your hands up. I got a girl in Paris, I got a girl in Rome, I even got a girl in Vatican Dome. I got a girl right here, I got a girl right there, and now I got a girlfriend everywhere. I got a girl on the moon, I got a girl on Mars, I even got a girl that likes to dance in the stars. I got a girl right here and one right there, and now I got a girlfriend everywhere. I got a girl in Paris, I got a girl in Rome, I even got a girl in Vatican Dome. I got a girl right here, I got a girl right there. Girlfriend everywhere. Oh yeah. Ваши аплодисменты, Лубега. Спасибо, Минск. Enjoy your beautiful evening. I got a girl in Paris, I got a girl in Rome, I even got a girl in the Vatican Dome. I got a girl right here, one right there, and I got a everywhere. Ciao, ciao, ladies and gentlemen. Bye. Дорогие друзья, в ближайшие минуты полуфиналистам конкурса Miss Intercontinental предстоит очередной выход в свет. После того, как конкурсантки появятся на сцене, количество поклонников у них возрастет непременно. Потому что сейчас, дорогие друзья, дефиле в коктейльных платьях. Ladies and gentlemen, the most spectacular appearance of our participants right now. Please welcome the cocktail dress defile. We'll be right back.
Дамы и господа, в нашем шоу наступает очень ответственный момент. Прямо сейчас станет известно, кого же наши члены жюри пропустили в финал. Ladies and gentlemen, we're about to find out who of the competitors will become the finalists of the show. Мы просим членов жюри принять решение. Итак, дамы и господа, финал конкурса Miss Intercontinental 2009 выходят. And the finalists are... Curaçao. Curaçao. Польша. Poland. Пуэрто-Рико. Пуэрто-Рико! Беларусь! Беларусь! Кто же станет последней финалисткой? Это будет... Венесуэла! Венесуэла! Ваши аплодисменты финалисткам конкурса Miss Intercontinental 2009. Please welcome the finalists of Miss Intercontinental 2009 Beauty Pageant. Ladies, thank you very much. You are so beautiful. Уважаемые друзья, я более чем уверен, что за каждую из пяти девушек сейчас болеет огромное количество людей. И, в общем-то, не зря, потому что им сейчас предстоит очередное испытание. Девушки, вы готовы к следующему заданию? Мы начинаем интервью финалисток. Right now the finalists of the contest should pass the new test. Are you ready? We start the question round. В конверте вопросы, составленные членами жюри для этого конкурса. Сейчас мы будем зачитывать эти вопросы, а конкурсантки постараются максимально откровенно ответить на них. Первый вопрос – Пуэрто-Рико. And the first question is going to Puerto Rico. The question is... Что было самым большим риском в вашей жизни и какой полезный урок вы вынесли из этой ситуации? What was the biggest risk in your life and what would you say you have learned about it? ¿Cuál era el riesgo más impresionante en tu vida y qué puedes contar de eso tú? Bueno, hello Belarus. Привет, Беларусь.
Para mí el riesgo que estuvo más cercano fue entrar a las minas de su ciudad. Para mí fue, wow, parezco de claustrofobia. Y entré en un elevador y no se pueden imaginar, hasta lloré. Самым большим риском было посещение шахт. И когда я вошла в лифт, я даже заплакала. Я почувствовала клаустрофобию. Мне очень понравилось. Аплодисменты нашей первой финалистке. Мы переходим к нашей следующей участнице. Итак, вопрос для представительницы Беларуси. Если бы вы могли изменить какое-либо событие в истории, что бы вы изменили и как бы вы смогли это сделать? The next question is going to Belarus, and the question is, if you could change an event in history, which one would you change and how you think you could do it? Good evening, ladies and gentlemen. If you please, I will be answering in my native language. Ну, я считаю, что все, что случилось, оно случается не просто так. И если оно должно было случиться, то значит, так надо было. И менять, я думаю, ничего не нужно. Даже Вторая мировая война или насилие, я думаю, что она научила людей, что в дальнейшем нужно решать все хорошим путем, добрым, без насилия, без убийств. Поэтому я считаю, что историю менять не нужно. Аплодисменты. Это представитель Беларуси. Третий вопрос. Специально. Венесуэла. Для Венесуэлы. Если бы женщины правили миром, на ваш взгляд, каким бы он был сегодня? And the next question is going to Venezuela. And the question is, if women would rule the world by 2050, how different from today the world would be? Si las mujeres reinaban el mundo, ¿cuál sería el mundo? Creo que ha quedado demostrado que las mujeres salimos de las costillas del hombre para ser iguales, no para ser superior ni inferior. Мы были произведены из ребра мужчины, чтобы быть одинаковыми, не лучше и не хуже. Así que si las mujeres gobernáramos el mundo, creo que le enseñaríamos a los hombres un poco más de tolerancia y flexibilidad. Если бы мы правили миром, мы бы показали мужчинам больше толерантности и гибкости. Y ya para culminar, le quiero decir, Belarus, я тебя люблю. Спасибо. И в заключение я бы хотела сказать, Беларусь, я тебя люблю. И надеюсь, что это взаимно. Спасибо, Венесуэле. Представительница Польши. Следующий вопрос. Согласны ли вы с тем, что цель жизни женщины — сидеть дома и заботиться о семье? And the next question is going to Poland. And the question is, do you agree that the purpose of woman life is to stay at home and to look after the family? Dobry wieczór, Belarus. I'm sure that today the woman can do everything, can afford really everything. We are an example. Ваши аплодисменты представительнице Польши. И мы задаем пятый вопрос. Участница конкурса из Кюрасао. Как мисс Интерконтиненталь, вы будете встречаться со многими известными людьми.
С кем вы предпочтете пообщаться? С Пэрис Хилтон, Николь Ричи, может быть, Линдси Лохан? И почему? The next question is for Curaçao, and the question is, as Miss Intercontinental, you will be able to meet other famous people. So whom would you prefer? Paris Hilton, Nicole Richie, or Lindsay Lohan, and why? Si tú como Miss Intercontinental tienes la oportunidad de encontrar con toda la gente, ¿cuáles elegirías? Paris Hilton, Nicole Richie o Lindsay Lohan? Bueno, привет, Belarus. Привет. Para mí sería un honor encontrar con una de ellas. Yo prefiero encontrarme con los tres, pero me gusta mucho Paris Hilton. Y estoy luciendo hoy un peinado también del Paris Hilton. И para continuar, пообщаться с ними троими, но я бы, наверное, с большим удовольствием пообщалась с Пэрис Хилтон. У меня даже сегодня прическа, как у Пэрис Хилтон. И para continuar, quiero decir Belarus, Blue y Elevos. Спасибо огромное. Давайте еще аплодисментов больше и больше для финалиста конкурса Miss Intercontinental 2009. Тем более, я думаю, девушки старались и уверенно справились со своими заданиями. Он родился и вырос в Иране, живет в Швеции и успешно ездит с гастролями по всему миру. Ladies and gentlemen, this popular singer and composer is really an intercontinental person. Please welcome with your loud cheers, Arash! تو بودم از دست تو خیلی راضی بودم اما تو بد شیطونی کردی نزدیک من نیا تو برو برو دلم تو رو نمیخواد دیگه دیگه نمیخوام ببینمت برو برو دلم جای دیگه دیگه هست دیگه دیگه نمیخوام ببینمت برو برو دلم تو رو نمیخواد دیگه دیگه نمیخوام ببینمت برو برو دلم جای دیگه دیگه هست دیگه دیگه نمیخوام ببینمت تو بودم از دستت خیلی راضی بودم اما تو بد شیطونی کردی دلم اصلا تو را دیگه نمیخواد روزی بود عاشق تو بودم از دستت تو خیلی راضی بودم اما تو بد شیطونی کردی نزدیک من نیا تو برو برو دلم تو رو نمیخواد دیگه دیگه نمیخوام ببینمت برو برو دلم جای دیگه دیگه هست دیگه دیگه نمیخوام ببینمت نمیخوام ببینمت برو برو دلم جای دیگه دیگه هست دیگه دیگه نمیخوام ببینمت
Спасибо! Merci! Rebecca, where are you? This was just meant to be. You'll be coming back to me. Cause this is pure love. Cause this is pure love. Thank you so much. Thank you so, so much. Should we do one more song? I think we should, yeah. Everybody, put your hands up in there, come on! Temptation in my heart, I'm burning, I fall apart. When the night falls, my heart calls for love and devotion. Подарю, он мой, я мешкит, мано кош, чеш моя зиба, мано кош.
Have a great night. Thank you so much. Уважаемые друзья, наш следующий исполнитель год назад убедительно доказал всем, что невозможное возможно. Ему все-таки удалось привести конкурс Евровидения в Москву. В мае прошлого года со сцены Белград-Арена он просто-таки умолял поверить ему. И европейские зрители вняли этой просьбе. The winner of the Eurovision Song Contest 2008 — Дима Билан! Приветствую вас! Начнем. Even when the thunder and storm begins, I'll be standing strong like a tree in the wind. Nothing's gonna move this mountain or change my direction. I'm falling on the sky and I'm all alone. The courage that's inside's gonna break my fall. Nothing's gonna dim my light within. But if I keep going on, it will never be impossible. Not today. 'Cause I got something to give. Спасибо, Минск, спасибо сегодняшней акции. Это действительно исключительно удивительное мероприятие, которое вот так вот заслуженно перешло вам по наследству. И хочу сказать, что
Это сексуальная энергия, особенно сидя в жюри, понимая, что тебе нужно сделать правильный выбор. Очень сильно нервничаешь, потому что и в жюри, кстати, сидят очень много красивых людей. И в зале потрясающие люди. Мои аплодисменты вам. Вы очень красивые, очень веселые, очень бодрые. Спасибо! А я продолжаю. I'm gonna light you up, so keep your fire burning. I'm gonna launch in you a talk without a warning. You said better stop it, I am only human. You are my reason why you're there and man the woman. Hey! For you, I wanna wake you up. So what you wanna do? Feel me burning by your side. Cause I'm never satisfied. Not have to know your name, because it's all the same. I'm gonna light you up, so keep your fire burning. Oh. I'm gonna launch in you a talk without a warning. You said better stop it, I am only human. Хотел, чтобы вы поаплодировали им. Где же вы, парни? Мужчины, come on! Настоящие натуральные моменты. Еще даже рубашка не порвалась, а очень хочется. Эмоции. Never let you go. Heavy clouds of rain, and every move causes pain. Ready kiss but no love. I feel I'm torn in half. Burning look but no heat. It's not you really need. Baby, now what's happened with us? We are dancing on broken glass. Can't stand no more. Never, never let you go. You are the one I'm searching for. Flash on my flesh, burn off my bone. We had before, soul of my soul, blood of my blood. Love's coming in my heart. Gentle words, no aim. It seems we're playing a game. This is never no fun. Sweet music for no one. Close and brief but no more.
not too far. Baby, now what's happened with us? We are letting all broken glass. Can't stand no more. Never, never let you go. You are the one I'm searching for. Flesh on my flesh, bone on my bone. Love's coming in the storm. Never, never let you go. Return the days we had before. Soul of my soul, blood of my blood. Love's coming in my heart. Love's coming in my heart. Oh, oh. Dancing on broken glass. Can't stand no more. Never, never let you go. You are the one I'm searching for. Flesh on my flesh, bone on my bone. Love's coming in the storm. Never, never let you go. Return the days we had before. Soul of my soul, blood of my blood. Love's coming in my heart. Never, never let you go. Searching for flesh on my flesh, bone of my bone. Love's coming in the storm. Never, never let you go. Return the days we had before. Soul of my soul, blood of my blood. Love's coming in my heart. Love's coming in my heart. Спасибо, хорошего вам вечера. Спасибо. Дамы и господа, в конкурсе «Мисс Интерконтиненталь» наступает время подведения итогов. Члены жюри приняли свое решение. Все голоса судей подсчитаны, но прежде чем мы узнаем имя победительницы, мы приглашаем всех девушек на сцену под ваши аплодисменты. Ladies and gentlemen, it's time to know the results of the contest «Мисс Интерконтиненталь 2009». And we invite our beauties to the scene. Все конкурсантки на сцене, но прежде чем подвести итоги, я хочу поинтересоваться у членов жюри. Каково же ваше мнение о нашем сегодняшнем шоу? Dear friends, before we announce the winner's name, let's ask our judges, how do they find the show? Александр Рыбак. А, ладно, поэтому у меня микрофон. Ладно.
Быть самым профессиональным и старшим членом жюри, конечно, очень трудно. Мне очень просто хочется сказать, что я бы женился бы на хотя бы 10 из них. Очень мне, конечно, нравится. Можно вообще имя сказать? Очень-очень бы хорошо было, если Мария выиграла. Я так считаю. Ну, посмотрим. Мария — это, кстати, Беларусь. А может быть, Амария? Кто знает? Good night for everybody. Good night for everybody. I'm very happy to stay here today. The show is very, very big and they have a lot of beautiful girls. And that's it. It's Спасибо. Hello, Belarus. Thank you for hospitality. Thank you for a beautiful show. Thank you. Well, dear Mr. President, ladies and gentlemen, on behalf of the WBO, we had the pleasure to be now almost more than 3 weeks in your beautiful country, and we all had experienced the friendliness and the warmness of the beautiful people here in Belarus. But everything was topped tonight by this magnificent show. And I would like to express my deepest gratitude to ONT because we had a wonderful cooperation. And I'm sure that this is one of the best shows ever for Miss Intercontinental. Thank you very much. Спасибо. Это был Дитлав Торсис, директор Всемирной организации красоты. Вкратце, ему очень понравилось. Здравствуйте, я хочу поздравить всем с этим прекрасным праздником, который прошел сегодня в столице нашей замечательной страны Беларусь. И я думаю, что все получилось. Поздравляю вас всех. Мисс Беларусь 2008 Ольга Хиженкова. Привет, Беларусь! Как дела? Thank you once again for a fantastic show. I'm sure I agree with all the rest of the judges that this is for sure one of the best Miss Intercontinental shows we've ever had. And I feel it an honor to have served on this jury. Thank you, Belarus. Одно из лучших шоу. Good evening, everybody. I'm at a disadvantage because I'm the last one. So everybody said already what there is to say. A fantastic show, one of the best ever. And that this had to come from Belarus is extraordinary and fantastic. Thank you very much for your hospitality. You're a great country. And good luck to the winner. Thank you. Рольф Райан, он пожелал удачи всем конкурсанткам, всем финалисткам. И победительницу поздравил с победой. Заранее. Так, спасибо огромное нашим членам жюри. Уважаемые друзья, давайте еще раз поаплодируем этим мужественным людям, которые все-таки должны принять в итоге решение очень важное. Вот он, долгожданный момент, но прежде чем назвать имя победительницы, мы бы хотели вручить специальные награды представительницам 5 разных континентов, набравшим наибольшее количество баллов жюри. As you know, the world has 5 continents, and our honorable judges decided to award the representative of each continent who has the highest score. Имена победителей, обладательниц специальных титулов вот в этом конверте. И сейчас... Сейчас. Так. Мисс Интерконтиненталь Карибские острова вручается... The title Miss Intercontinental Caribbean is going to... Пуэрто-Рико! Пуэрто-Рико!
Miss Intercontinental America. And the title Miss Intercontinental America is going to... Венесуэла. Венесуэла. Мисс Интерконтиненталь Азия и Тихий океан. Miss Intercontinental Asia and Pacific. Корея. Корея. Miss Intercontinental Africa. The title Miss Intercontinental Africa is going to Ethiopia. Ethiopia. Miss Intercontinental Europa. The title Miss Intercontinental Europe is going to... Кто бы вы думали? Беларусь! Беларусь! И, друзья, громче аплодисменты! Напряжение нарастает, мы продолжаем церемонию награждения. Прямо сейчас кому-то из финалисток достанется главный титул сегодняшнего шоу, а также 35 тысяч долларов и уникальная платиновая корона, украшенная бриллиантами. И мы просим наших уважаемых судей принять свое решение. Прямо сейчас мы ожидаем от членов жюри конверт с именами победительниц нашего сегодняшнего шоу. И, как всегда, конверт открываю я. Четвертая вице-мисс Интерконтиненталь 2009. Этот титул достается... And the first runner-up Miss Intercontinental 2009 is... Curaçao! Curaçao! Титулом третья вице-мисс Интерконтиненталь награждается... And the third runner-up Miss Intercontinental 2009 is... Польша! Poland! Вторая вице-мисс Интерконтиненталь 2009 награждается... The title the second runner-up Miss Intercontinental 2009 is...
Пуэрто-Рико! Пуэрто-Рико! Уважаемые друзья, осталось два самых главных титула сегодняшнего шоу. На очереди титул первой вице-мисс Интерконтиненталь 2009. Телеканал ОНТ и Национальная академия наук Республики Беларусь учредили специальный приз для обладательницы этого титула. Уникальное колье из белорусских изумрудов. И титул первой вице-мисс Интерконтиненталь 2009 вручается... Вручается представительнице страны Беларусь! Беларусь! Дамы и господа, победительница сегодняшнего шоу «Мисс Интерконтиненталь 2009» Венесуэла! Громче аплодисменты! Интрига разрешилась! Ladies and gentlemen, Miss Intercontinental 2009 is Venezuela. Дорогие друзья, громче аплодисменты победительницам сегодняшнего шоу. Ваши аплодисменты, Кристина Камарго, мисс Интерконтиненталь 2008. И победительница мисс Интерконтиненталь 2009, представительница Венесуэлы. Дамы и господа, цветы от президента Республики Беларусь всем участницам конкурса мисс Интерконтиненталь 2009. Международного телевизионного конкурса «Мисс Интерконтиненталь 2009» на телеканале ОНТ! Всего вам доброго! До встречи в эфире!